По волнам поэтических строк отправились члены клуба в кругу друзей. Встреча поэтов и слушателей состоялась в Красковском культурном центре в рамках программы «Активное долголетие». На литературно-музыкальном вечере побывали и мы. И будто распростерлись над тобой могущественные чьи-то тени. Музыкальному дуэту «Времена года» уже 5 лет. Любовь Барашкова – композитор, Зайтун Гельмудинов – автор стихов. Музыканты – постоянные участники поэтических вечеров в кругу друзей. Нам здесь нравится. И атмосфера очень приятная. И завсегдатаем мы так, этого клуба. Тут очень много познавательного, интересного. Потом мы выступаем здесь. Почти много интересных людей. В таких литературно-музыкальных гостиных собираются поэты, барды, музыканты и слушатели. Каждую встречу новые стихотворения представляет член Союза писателей России Виктор Марков. Руководитель поэтического клуба Татьяна Беличева тоже читает стихи собственного сочинения. Очень приятно, что люди приходят. И именно здесь происходит круг общения. Люди встречаются с интересными людьми. Встречи проходят каждую четвертую пятницу месяца в Красковском культурном центре. Двери литературной гостиной открыты для всех желающих. Здесь всегда рады гостям. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.